1947 году семья переехала в Карелию. Свою трудовую деятельность начал в 16 лет актером-кукловодом в Петрозаводском театре кукол. В 1953 году. После окончания шуйской семилетней школы. В 1965 году окончил высшие режиссерские курсы при ИГИТИСе. Педагог С.В. Образцов. По специальности режиссер театра кукол. Его дипломный спектакль «Вредный витамин» многие годы занимал почетное место в репертуаре театра. За полвека работы в театре Ю.И. Андреевым сыграно более 350 ролей. Одна из его режиссерских работ «Карельский сувенир» была поставлена в 1974 году в Финляндии, в 1982 году в ГДР, в 1981, 1991 году. Главный режиссер Петрозаводского театра кукол поставил более 50 спектаклей. Юрий Андреев является членом Международного союза деятелей театра кукол UNIMA с 1979 года. Награжден знаком «Отличник работы Министерства культуры СССР». В 1994 году Ю.И. Андреев вышел на пенсию, продолжает участвовать в жизни театра, руководить детским самодеятельным театром кукол, проживает в поселке Шуя под Петрозаводском.